Золотая осень к нам наведалась. Люди ходят листьями шурша. Я иду по городу любимому, я иду по Омску не спеша. Много лет не видел я родных своих, подхожу, стучу потихоньку в дверь. Замирает сердце, слышу голос твой: мама, я приехал, слышишь ли? Какая встреча у нас с тобой? Смахни слезу и как умеешь стол накрой. Ты улыбнись, да я обниму тебя скорей. Ну что-нибудь скажи, и сердце мне согрей. Так случилось, далеко живу от вас, самолетом только долететь. Мама, ты прости, что написал тебе, что многое пришлось перетерпеть. Посидим тихонько за столом вдвоем, расскажи, родная, как живешь, как здоровье, настроение у тебя, а когда уже ты отдохнешь? Какая встреча у нас с тобой? Смахни слезу и как умеешь стол накрой. Ты улыбнись, да я обниму тебя скорей. Ну что-нибудь скажи, сердце мне согрей. Мы тебе желаем до 120 быть счастливым, всех за все простим. Улыбайся больше, свои песни пой, и только положительный настрой. Я прошу, ты береги себя всегда, не грусти, не думай про года. Соберемся вместе, запоем, родня, обними покрепче ты меня. Какая встреча у нас с тобой? Смахни слезу и как умеешь стол накрой. Ты улыбнись, да я обниму тебя скорей. Ну что-нибудь скажи, сердце мне согрей. Какая встреча у нас с тобой? Смахни слезу и как умеешь.